Панда Катюша решила подразнить маму Дин-Дин во время отдыха в вольере. Видео инцидента опубликовала в своем телеграм-канале директор учреждения Светлана Акулова. На опубликованных кадрах малютка свесилась головой вниз со бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Дин-Дин, а мама не сопротивлялась и резвилась от души вместе с дочуркой. В комментариях подписчики ласково назвали панду Катюшей-приставушей. Другие удивились быстрому росту бамбукового медвежонка и в шутку добавили, что скоро Катюша и Дин-Дин будут в одной весовой категории.